Так, друзья, ну что ж, цены радуют. 129, сейчас 85. Вот эти подсвечники поставили. Они тоже в трех цветах идут. Вот такой розовый. Потом идет вот такой серый. И вот такой лиловый. Почти ничем нет, подождите. Это свет так падает по ходу, да? Да, серый и лиловый, два цвета. Вот эти тоже такие интересные, как побитое стекло. Тоже хорошая скидка. Так, Midfull 125 гривен. Да, свечи в Юске свою цену. Ой, а это что со скидкой? А, одного, один побитый за 200 гривен. Один разбили, 200 гривен, а так набор 253 стоит. И, друзья, вот эти вот тоже, они когда-то, ну, когда-то были новинки, они сейчас новые, сколько они недавно появились в продаже, они очень тоже красиво смотрятся на искусственную свечу. 125 тоже хорошая цена. Подсвечники. Вот тоже новинка. Ой, как пахнет картоном. Клин картон, чистый картон. Это искусственные свечи. На батарейках, как настоящие, будут гореть. Вот за эти я свечки говорил вам, что вставляешь свечу в эти подсвечники, и вам будет как настоящие гореть. Вот берете вот тут одну таблеточку, вставляете сюда, и будет вам счастье, ребята. Так, ну у меня есть там еще, пока мне не нужно. Так, что здесь еще интересного со скидкой? Ой, по 30 гривен поставили. Тоже вот эти вот подсвечники. Сколько их? Три цвета. Прозрачный, лиловый такой и зеленый. Так, это ароматизатор Саше. В шкаф. Вот эту проектор я себе купил. Я уже доволен. Тоже со скидкой взял. Так, классные вот эти вот часики. Такие железные. Тоже и на батарейках они идут. И можно тут менять высоту, угол часов. Классные тоже часы, дизайнерские такие, парню на подарок вообще шикарные. Ребята, декор, гляньте, был 249, сейчас по 65 на подарок, еще плюс скидка 10%, тоже кому-то на подарок, реально классный, супер. И гляньте, вот этот ароматизатор 75, поставили по 50, еще 10% скидка. Тоже здесь такие вот эти скидки, хорошие полочки. Вот эти вот свечи, которые я позабирал, тоже все. Классная вот эта полочка. Можно порыться, поискать всего. Так, искусственные растения. Вот этих я тоже взял, ребята, три штуки вот этих. Как и есть три штуки, так я и взял. Но я брал по 85. Вот эти тоже жду со скидкой. Может, будут со скидочкой. Такой террариум классный. Тоже мне нравится. В стеклянном террариуме растения. 175, но что-то дешевле тоже не стоит. Свечи, я говорю, в Юске, еще раз повторяюсь, в Юске свечи своих денег стоят. Откроем запахи, вот только я не могу запомнить, потому что свечей в Юске очень много. Ой, классные. Знаете, вот так свечку купил, я, кстати, купил тоже по распродаже за 50 гривен шикарную свечу. И вот, знаете, зажигать что-то ее жалко. Огромный выбор вот этих вот подставок на стол, под тарелку. Тоже можно выбрать. Разные-разные, гляньте, красивые. Вот такие вот мне нравятся. Вот эти вот плечёные. Черные тоже. Сейчас у них очень огромный выбор ваз, ребята. Ну, какой-то там, наверное, дизайнер у них поменялся. Большой выбор ваз. Очень красивых, разных. Так, и вот за этот сухостой, что я вам хотел показать. Вот, вот такая, вот такой вот наборчик. Вот, вытяну вам, покажу. Вот. Цена вот 450 гривен со скидкой. Вот такой, ну видите, разный. Вот так вот можно взять. Можно взять в таком оливковом больше тоне. Тут больше такой желтый. Да, вот можно взять вот такой больше оранжевый. Ну, 450 немножко дороговато. Но зато, ребята, как красиво. Даже вот в этом плетеной корзине. Ну, дороговастенько, согласитесь. Дороговастенько. Друзья, очень много вот этих корзин плетеных. Сейчас со скидкой, но небольшой. Разных есть. И такие плетеные, и вот эти вот такие плетеные. Не буду останавливаться, потому что очень много. И разных больших, и маленьких. И таких с этим. Сейчас я хотел показать 225. И пластиковых.
И вот эти вот белые тоже классно смотрятся. Тоже красиво в ванну, да? Около стиральной машинки там поставить. Вот такие по 169. На расческе. Ну, девчонки там знают, да? Поскладывать всегда все есть. Вот эти красиво смотрятся, 199. Вот такие серые. Белым покрашены. Так, большой выбор вот этих вот подушек для стульев на кухню. В разных цветовой гамме тоже можно выбрать. И серые, но в основном темные цветы, понятное дело, чтобы не было видно, как запачканы. Вот эти классные тоже полоски нравятся мне. Если стол белый, стулья белые, то будут тоже красиво смотреться. Вот эти мне нравятся в таком этим, в турецком огурце. Так, вот эти тоже классные, 175 гривен. Мохнатки классные, розовые даже есть. Так, тут уже пошли подушки, ребята. Ребята, гляньте, что я нашел. 299, сейчас 85. Еще скидка будет 10%. Гляньте, какие часики, Home. Классные, да? Я вам скажу, даже вот если вот на подарок. Короче, ну такая цена. Короче, ребята, гляньте, что я уже понабирал. Я вам потом отдельно, наверное, покажу, что я понабирал. Не буду вам показывать интригу, открывать. Вот так вот всегда нужно смотреть, ребята, на цены. Классно, что я попал. Мохнатые подушки. Ну, подушек у меня сейчас куча всяких там я понабирал. Вот полосатые мне нравятся подушки. Классные. Как тоже. Вам такие лоскутные одеяла? Помните бабушкины одеяла? Кто это помнит? Вот мне всегда такие лоскутные одеяла нравились. Классные. Даже, ну, не одеяло, а плед написано. 550 сейчас со скидкой идет. Подушки вот эти тоже классные, 200 гривен. Ну, еще плюс скидка 10%. Тоже таких интересные подушки. Так, всегда низкая цена. Это уже такой, знаете, как я говорю, стиль, бабушкин стиль. Сколько? 300. Тоже скидка идет. Ну, если еще считать 10% скидки, это очень хорошая, ребят, цена. Так, 300 акция. Она была по 200. Была по 200. А еще если скидка 10%, была бы хорошая цена. Немножко дороже. Вот это тоже классная. Мне, ну, в принципе, мне нравится. 300 гривен. Так, ну еще скидка 270. Ребята, всегда порыться можно вот в этой полочке и всегда найти что-нибудь да интересное. Гляньте, подушка 125 гривен. Носки по 50 гривен. Гляньте, какой набор. Ну, я такой набор себе тоже взял, 95 гривен. С такой этой штучное искусственное растение со свечками подарочные. Вот эта вазочка. Сколько на 65, пожалуйста, 65 гривен. Плюс еще скидка на кассе будет биться. Ребята, нашел я искусственное это вот растение, хотел вам показать. Поразбирали их на полочках, но вот в зале... В выставочном зале оно есть. Классно тоже смотрится. Это новинка, не знаю цены. И вот в этом, в этой, как оно называется? Горшке в этом оно тоже классно смотрится. Так, немножко посунул вас, извините. Оно даже как-то по-богатому. Потому что, ну, это смотрится, это кашпо, знаете, просто черное, обыкновенное. А вот так вот поставить вообще классно. Ребята, да продают эти наволочки по 75 гривен. Чехол 75, ну еще и плюс скидка. Вот такой листок. Золотой, осень. И вот такой вот, вот такая вот елочка. Вот они все тут стоят. По 75 гривен. Супер. Ребята, вот такое кресло-качалка нашел. Но я в прошлый раз видел очень шикарное кресло-качалка. Если я увижу, я вам еще покажу. Это тоже классное. Но в прошлый раз я видел вообще шикарное такое. Так, и вот этот диван мне очень бирюзовый нравится. Еще плюс скидка 10%. Он, кажется, 7000 стоит. А вот если сюда положить рыжую подушку, оно будет смотреться очень красиво. На этом рыжая подушка с этим бирюзовым диваном. Вообще шикарный диван. Он, кстати, раскладывается и делается как кровать. Так что поспать, переспать здесь можно на этом диване. Запечатлю. Рыжая подушка просится. Плед классный. Такой очень хороший плед. Двухсторонний. Такие, знаете, червяки такие. И постель очень хорошая. Гляньте, такая классная. 1150. 2 на 2,20. Вот размеры, кому нужны, ребята. Цена очень качественная. Так. Вот такой комплект кубиками, 850 размер, кому нужно. А это уже идет 1,40 м на 2, тоже классная. И гляньте, для парня, тоже классная такая, это в комнату для мальчика. Гляньте, какая овечка. Ой, ребята, классно, вообще класс овечка. Вот этот стул прикольный, шикарный. Так, а это для маленькой леди, 3500, такой этот стоит кроватка. Ребята, вот я взял эту рыжую подушку, и посмотрите, вот сейчас поставим сюда рыжую подушку, она сейчас просто по-другому заиграет, вот так вот, класс, круто, да? Шикарно просто. Хочу этот диван.
чего-то диван и рыжая тут подушку. Шикарный. Сколько он стоит? А, вот его цена. А в прошлый раз он был 7, ребята, гляньте. Цена поднялась. 7500. В прошлый раз было 7. Поднялась цена. Да-да-да. Ну, еще скидка 10%. А 750 гривен все равно дешевле будет. А еще мне такие вот полочки нравятся, как осиные соты. Гляньте, поставили этот свечку с запахом меда сюда. Понаставляли, тоже классно. Это вот 899, она была дешевле была. Тоже их можно хаотично вешать. Извините, мне уже горло. Все, уже горло. Горло уже мое село. Вот так вот она смотрится, запечатана. Ну, на будущее тоже ее присмотрю, 899. Буду ждать скидки. И вот так вот тоже я хочу их прибить себе тоже. Классно будет смотреться. Вот так вот, именно вот так вот, не вот так вот, вот как показано, а вот именно вот так мне нравится. Будем ждать скидки. И вот эта вот полочка тоже за 900 стоит, но она немножко дороговастенько стоит. Будем тоже ждать скидки. Вообще, вот Юск, нужно выходить из Юска, ребята. Вот такущая огромная сумка с Юска. Сейчас еду домой и сделаю обзор на покупочки из Юска.